Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в зомби-войну. Извините, произошел небольшой косяк. Я только сейчас увидел, что игра у меня не записывалась. А ведь это 104-я миссия, и я ее прохожу на 3 звезды. Как видите, у меня пока ни одного повреждения на автобусе. Сейчас мы добиваем этих жирных криворуких. И я думаю, что будет победа за нами. Да, вот так вот получилось, к сожалению. Но. Куда вы там разогнались, красавчики? Да, именно так и выходит, ребята. Проходим мы эту миссию на 3 звезды. Что ж, довольно неплохо. И мы продолжаем с вами играть. Вы меня давно просили прохождение зомби-войны. И вот, как говорится, получите. Поехали далее. Самое сложное для меня — это все-таки выбрать уровень. И мало того, что выбрать, еще и пройти его. Так что начнем мы со 101-го. Ага, здесь у нас, значит, камикадзе с поясами. Давайте набирать преимущество по манне. Бегут. Надо их... Отлично сработало. Граната попала практически в центр этих зомбиков. Жалко, конечно, что сейчас гренадир у меня погибнет. Да. Так, ну пожарник должен, в принципе, выстоять. Давайте поставим бочки. Оу! Только тебя здесь мне и не хватало. Значит, бегуньи тут у нас будут. Это тоже очень плохо. Давайте-ка вот так сделаем. Небольшое преимущество по силе и скорости. Уничтожаем пожарника. Замечательно. Гренадир, живи там у меня, не падай раньше времени. Все пока под контролем. Ну-ка, давайте вот сюда бочку. Опа! Хорошо, вовремя я ее бросил. И пожарник у меня уже начинает бомбить баррикаду. Так, сейчас если гренадир у меня выживет, а он выживает, как видим. Давайте гранату бросим туда. Черт подери, взорвался. Взорвался бедняга, и пожарника они тоже накрыли. Хорошо, давайте тогда, наверное, спалим там все. Гренадир, если что, бросит сейчас гранату. Оу, сколько у вас там поднакопилось-то, а, ребят? Ну-ка, давай, пожарник, сейчас ты мне нужен. Так, бочку давайте, наверное, туда бросанем. Потому что бегуны еще побегут стопудово. А нам нужно защищаться. Вот они, о чем я вам и говорил. Но они, к моему счастью, сгорели, пробежав через огонь. И мы проходим 101-ю миссию на 3 звезды со 100% сохраненным автобусом. Ух, давайте двигаться дальше. Выбираем очередную миссию для нас. Но прежде чем начать, я хочу заменить в своей команде одного персонажа. У меня здесь Кэп, он не нужен, хотя он тоже огнестрел, но мне больше всего пригодится сейчас вот этот полицейский. Жаль, конечно, что он у меня не раскачанный, но думаю, что мы потянем. Сейчас мы ему еще поднимем, наверное, пару уровней. Он в данный момент 3-го уровня, это очень-очень мало. Стал 4-м. И, возможно, хватит на 5-й уровень. Да, как раз есть у меня все для этого. Ну, а на 6-й у меня не хватит денег. Давайте хотя бы просто так поставим ему ресурсы. Все. Да, можно, в принципе, отправляться в бой. Хотя нет, у меня есть еще подарочки, которые можно продать и выручить немного денег. Аж 35 посылок. Здорово. Ну что ж, давайте тогда до 3 догоним. Давайте таблетки, щетки, радио, лекарства. И вот эти все материалы продадим. Плюс 7 золотых. Не так уж и много, но инвентарь, по крайней мере, засорять не будут. 1168. Я даже куплю себе военный ящик. Отличненько. Давайте посмотрим, что нам из него выпадет. Радио, команды, усиление. Короче, ничего хорошего. И теперь я смогу немножечко еще подкрепить. Все, полицейский у меня получает 6-й уровень. Не то, что мои некоторые там 12-го уровня. Но, тем не менее, будем пытаться именно
такой командой играть. Ищем нашу 97-ю миссию. Вот она. И начинаем. Давайте сразу же преимущество надо брать по храбрости. Десяточка. Потом сразу выставляем гренадира. Бежит. Хорошо. Так, ну этого мы сейчас должны в ближнем бою, а вот тех надо взрывать обязательно. Ух ты, промахнулись. Ну что же, вроде бы как пока преимущество за нами. Коктейль Молотова не тратим. Держим его на бегунов. Они сейчас вот-вот секунду на секунду побегут. А вот для чего мне нужен был полицейский. Так, вот они. Жарим. Отлично. Никто из них не добежал до автобуса. Ну давай, Шокер, бомби его. Жаль, конечно, что ты сейчас у меня подохнешь, потому что тебя отравили. Но, тем не менее, мы уже баррикады рушим. Еще один бегун. Хорошо. Слушайте, даже на шестом уровне полицейский с дробовиком жарит довольно плохо. Вот единственное, вот этот вот минус — долгая перезарядка. Причем он стоит под бафом, под ускоренным. Давайте расстреливать всех. Зачистку, короче, сделали. Теперь главное удержать нам эти позиции. Давай, пожарник, бомби. Осталось совсем немножко. Ну-ну-ну. Эй, эй, куда собрался, дорогуша? Отлично, Шокер вовремя вышел, вовремя мне помог. Да, так оно и есть, ребята. С тремя звездами мы проходим 97-ю миссию. Это просто замечательно. Там осталось-то совсем ничего нам. Миссии 5-6, и будет абсолютно все пройдено. С тремя звездами, то бишь игра будет абсолютно вся пройдена. Так, миссия соточка. Давайте, почему бы и нет, да? И опять же у нас здесь эти камикадзе, которые с поясами. Еще и бегуны бегут. Ну что ж, давайте тогда Шокера. Он и тут малька придержит. Оу, здесь у нас толстые взрывники идут. Это нам на руку. Мы сейчас будем их вот так делать. Довольно неплохо, кстати. Так, я смотрю, у меня полностью ярость накопилась. Ага, вот так. Почикали. Практически всех. Ну давай, давай, гренадир, побыстрее. Так, ну, полицейский, ну что ты там начинаешь вот тормозить? Ядрен, ну ты вот, вы посмотрите, что тут происходит. Просто орды зомбарей идут на меня. Ну, осталось совсем капелька. И нет, опять бегуны. Но у меня есть перекрытие, поехали. Все, тут уже без шансов зомбарям нас не удержать. И мы проходим с вами сотый уровень на 3 звезды. Вообще замечательно. Что-то сейчас все так идет гладко, ровно. Меня даже это немножечко смущает. Но, тем не менее, мы продолжаем с вами играть. И давайте выбирать следующий уровень. Всем привет, дорогие мои друзья. Играем в зомби-войну. Забираем все бонусы, которые нам зачислены. Ну-ка, что нам здесь выпадет? Коробочка. Ну, ладно, пускай. Оу. Сердечко. 3 к жизни. Да-да-да, ребята, кстати. Посмотрите, что я вам сейчас покажу. Та-да-да-дан, та-дан. 7-й уровень. Скоро выйдет обновление, ребята, этой игры. Уже сейчас можно купить нового юнита, которого звать Гвард. Вы посмотрите на его параметры. Просто обалдеть. 30 храбрости он стоит. Я так понимаю, что еще будет обновление очередное, ну, уже вскоре. Так что нам еще играть и играть в нее. Я еще здесь-то не все прошел. Ну что ж, давайте определимся с вами с уровнем. И я думаю, что это будет какой-то вот здесь вот из ближайших. Ага, тут все у меня пройдено. Тогда давайте вот этот. Испытание 1. Вот с него мы, пожалуй, и начнем. Что у меня с командочкой? Команда, в принципе, в полном разгаре. Так, все, и оставим. Поехали.
Да сопутствует нам удача, ребята. Давайте по храбрости будем брать преимущество. Опять здесь у нас камикадзе. Они у нас не горят. Так что, наверное, я зря оставил здесь бутылку молотова. Так, сейчас мы бросим, подождите. Оу, ё-моё, это ж эти упыри. Оу, как это плохо. Но пока мы выстояли. Замечательно. Я боюсь, что они еще раз пойдут. Кстати, вот эти вот синие зомби, которые только что бежали, они тоже не горят. Грубо говоря, только от огнестрела падают. Ну, или от ближнего урона. Так, тихо. Да что ты, смотри, полицейского замочила, а? Тварюга. Давайте, наверное, сейчас бросанем гранаточку. И будем здесь по-быренькому разбирать баррикаду. Ну, да не тупи... Есть, есть, ребята. Ух, практически... Зомбарь уже подбежал бить автобус, как мои ребята пробили баррикаду. Испытание 1, которое было невозможно, мы прошли на 3 звезды. Ну что ж, поехали к следующему уровню. Их осталось все меньше и меньше, и, как говорится, выбор у меня тоже становится меньше. Что-то из приближенных к соточке. Да, давайте 102-ю миссию возьмем. И попробуем ее одолеть. Также на 3 звезды, потому что она у нас пройдена на 2. Ёлки-палки, эти мегамозги, они меня раздражают. Они будут, значит, отталкивать. Хорошо, что у меня есть кэп и полицейский. На-ка! Ха-ха-ха. Нужно как можно скорее вызывать огнестрел, чтобы они сбивали вот этих вот башковитых. И чтобы они не смогли уже нас отталкивать. Видите, даже пожарник никак не может подойти. Ну, давай-давай. Еще ударчик сделал, да что ж такое. Хорошо, даже очень хорошо. Ну все, вышел у нас полицейский. И сейчас уже совсем все, блин, будет по-другому. Сгорите, гады. Сейчас полицейский у меня. Сколько у него зарядов-то, я вот не помню. Ну, раз, два, три, четыре. Пять, что ли, получается. 5 раз он стреляет. И потом 5 патронов вставляет. Ну что же, очень и очень хорошо, ребята. Мы держим преимущество на своей стороне. Сейчас у меня... Еще к тому же, как вы посмотрите, кэп дает дополнительный бонус моим солдатам. Храбрость, скорость. В общем, думаю, что победа будет за нами здесь. Оу, как же так, а? 2 гренадира сразу погибло. Не понял, а где... Что-то я проследил этот момент, когда у меня полицейский-то погиб. Хорошо, давайте вызывать тогда гренадира. Сейчас он туда закинет гранатку. Замечательно. Ну давай, ты уже падает, толстяк. Все. Давай, пожарник, быстрей пробивай баррикаду. И у нас получится пройти этот уровень на 3 звезды. Давай-давай, там гаси всех. Кэп тоже довольно неплохо стреляет. Все, вдвоем они должны успеть. Сейчас я еще бочку туда поставлю, чтобы, если кто-то побежит, напоролся на нее и взорвался после этого. Да, так и есть. Все, ребята, 102-ю миссию мы прошли на 3 звезды. А на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы обязательно увидимся с вами в следующих сериях. А на этом все. Всем пока и удачи вам!